Добрый день. Вы искали лечение остеохондроза? Ну, скорее всего, что вас беспокоит боль в спине. Неважно, шейный, поясничный отдел, грудной. Вообще, с точки зрения восточной медицины, спина, позвоночник – это столбец золотых монет. Если у вас монеты стоят ровно, все внутренние органы работают хорошо, потому что они имеют связь с центром, управление хорошо идет, болезней, как правило, нет. Если у вас столбцы эти стоят не очень ровно, где-то зажат какой-то нерв, нарушена какая-то функция, и организм уже не видит себя как целостную систему, а работает так, по частям. Отдельно работает сердце, отдельно печень, отдельно легкие, отдельно левая почка, отдельно правая. Остеохондроз паршивый диагноз в том плане, что он сильно не беспокоит, сильно как-то так вот не выбивает из колеи, ну, если разве что не пошли осложнения остеохондроза в виде грыж, в виде протрузии дисков, когда часть диска прижимает нерв, и тут появляется более жесткая симптоматика. Правда, она вас больше мотивирует на то, чтобы прийти и полечиться. А вот то первое состояние, когда просто нарушено состояние позвоночника, ну, оно как-то так особо не тревожит, и люди этим не занимаются. К сожалению, раньше, лет 30 назад, остеохондроз стартовал с 40 лет. Сегодня детки 10-12 лет обгоняют своих родителей. Остеохондроз очень сильно помолодел, и болезни с ним связанные очень серьезно помолодели. Поэтому, если вас беспокоит боль в спине, или вы подозреваете, что у вас позвоночник не совсем в хорошем состоянии, вы видите контакты, вы можете обратиться. Потому что не лечить остеохондроз очень дорого, потому что весь организм распадается. А лечение нужно восстановить питание хряща, чтобы он не подседал. Потому что один из них, да, боли в спине, боли в каких-то органах. Вот, а другое осложнение все-таки тоже не очень приятное, рост начинает съедать. И дети начинают вдруг активно расти, а вы растете в другую сторону. Не нужно запускать остеохондроз, нужно вовремя его лечить. Тогда вам не придется лечить по отдельности различные болезни в различных кабинетах. Потому что кто-то лечит свой остеохондроз, кабинете кардиолога, лечит несуществующую боль в области сердца, это просто отраженная боль из-за того, что там прижат нерв. Кто-то лечит свой остеохондроз в кабинете гастроэнтеролога, потому что пищеварение идет не так, как положено. Кто-то лечит бесплодие в другом кабинете, потому что внутренние органы не могут оптимально работать в том организме, если там где-то прижат какой-то нерв и нет оптимального трофического обеспечения. Кто-то лечит другие проблемы. Вот. Масса проблем исчезает, и масса лечения становится значительно проще, если вы лечите одну проблему – остеохондроз позвоночника. Если вы, в принципе, хотите, вы ленивы по своей натуре и не хотите 200 лет отдать на то, чтобы лечить по отдельности разные, одно из 30 тысяч заболеваний, которые сегодня есть в разных кабинетах врачей, займитесь своим позвоночником.